eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ну ж, еще раз всем доброго времени суток, друзья. Ночная студия StarLadder TV. Я знаю, что времени по Москве сейчас уже ой-ой-ой, как много, но тем не менее в Киеве все еще 23:10. И мы с вами сейчас будем смотреть одну, наверное, из самых долгожданных встреч сегодняшнего дня. Команда Aces попытается второй раз сыграть с топ-коллективом. Ну, на этот раз не Na'Vi, есть команда Titan, которая, кстати, тоже не вышла с группы в Катовице, но это особо сильно не важно. Важно то, что у Aces на эту встречу нет пятого игрока, они берут Стендина, который выступал за них в прошлых матчах, в прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, это Мо. Да, это Мо. Его пинг, в принципе, как пинг любого казаха, 130-120, может быть, 150. Пинг Титанов 25-23. Ну и давайте, наверное, уже будем смотреть все-таки за... Да, давайте посмотрим за сайд-пиком. Я вообще, ну, не думаю, что тут кому-то что-то где-то по шансам, это что касается команды Aces, но вполне может быть так, что у Титанов плохое настроение после... Может, еще не отошли от Катовицы, хотя не знаю, но вот настроены они. Посмотрите, все по минус 50 получили. Настроены серьезно, получили все по швам. Так, ну и... Ого, вот это догнал скрима называется вторым сейчас. Нет, он бикей, а так спадает Мо. В общем, Dead Notice не смешно. Так, слитл, ну, два в одного, все, сейчас будут... Так, Existence еще пытается присесть. Ну, короче, сайд-пик для Титанов важен. Я скажу так, что, по моему субъективному мнению, вообще пик-бан карт был командами проигран. Я сейчас попробую восстановить ситуацию, чтобы происходящее понять. Так, да, первые черкали, если я не ошибаюсь, французы, и они убрали сразу трейн. Минус Даст 2, Даст 2 отказался Торнадо. Так, дальше Джером, я буду говорить Джером, это менеджер французской команды Титан. Французы сказались от Миража, потом Торнадо убрал Инферно, Джером сказал, окей, let's play Nuked Crass, и, в общем-то, выбирали после этого сервер. Ну и Life, в принципе, должен быть сейчас у нас на... В самой игре, ну и мы сразу же в гущу первой пистолетки с вами должны попасть. Попадаем. И теперь давайте смотреть. Скрим уже открывает счет в раунде. Идет быстрый выход на рампу от команды Aces. Ну, начинают, понятно, парни за атаку. И смотрите, смотрите, под маяк пытаются загнать Папилона. Папилон падает 3 в 3. Ну, на апленте их ждут двое. Есть NBK и Натан Смит не пропускает казаха. Литл дает ответку в плент по экзистенсу. 2 в 2. И бомба зачем-то идет на маяк. Куда ты идешь с бомбой Торнадо? Где же Литл? Они вдвоем в маяке. Лол их обходит с мейна. Просто сейчас Смитс ловит шару в пачку. Ну, понятно, что после такого дела тут будет как-то... Не... Ну, пацаны не поймут, если не развернуться и не отыграть. Литл пошел... Так, вторил гранатку себе. Давайте смотреть за Натаном Смитом. Разбиваются каналки. Торнадо не торопит себя. Они пытаются сейчас заманцевать НБК, но он уже будет в любом случае до бомбы стоять. И не попадает в красного Торнадо. Ну, тот падает, и бомба пойдет, соответственно, вниз. Но Литл не успел занять опасной позиции для НБК. По факту Шмидт сейчас выбивает. Он ждет Торнадо, тот опять чекает, опять там тратится время. Что за лова-лова? Литл приходит в будку. Будет пытаться садить НБК на голову. Смотрите, как они его зажали. Ну, NBK просто падает, забирает его, бомбу у него, все, 13 секунд. Литл, короче, пока ждал действий каких-то от Натана Смита, в итоге просто потерпел. Ну, тут есть еще шанс на выпад, уходит NBK, его коцают. Ну, Литл, в общем-то, одна пуля и, собственно говоря, труп. Вот так вот заканчивается первый пистолетный.
Но если с какое-то чудо сотворили, я не понимаю, зачем они вдвоем оставались на маяке столь длительное время, боялись Мейна. Ну ладно, убили Смитса, понятно. А почему сразу-то не пойти обратно вниз? Вот один Натан Смит напугал просто тем... Вот нельзя, чтобы было так, чтобы один игрок, даже если вы красный, просто пугал вас. Пускай лучше вы на бомбе сдохнете, но хоть деньги будут. А теперь нет ни денег, и арморы, и ЦЗшки, либо один быстрый эко. Ну давайте смотреть за Aces. Посмотрим с автодиректором этот раунд. Все-таки, может, что-то будет. Но пока автодиректор на торнадо. Шокс минус Мо. Все, улица закрыта. А так туда уже не пойдет. Ну, Aces, единственное, что стоит, наверное, делать, это не делать ничего, чтобы взять хотя бы один. Вот к таким меня мыслям сейчас подвела вся эта ситуация. Открою чат, наверное, на Твиче. Там у нас жжжж. Так, ну вот попытка реализовать по 250-ю СЗ-шку, и посмотрите, вот он шанс был. Но слишком поздно, вот поняли Aces то, что надо загонять. Не, вообще мне нравится, например, как играют русские команды, всегда нравилось, еще даже в 1.6. Мы, конечно, там все долго ждали, когда же Moscow 5 наконец-то родят, когда это наконец-то может произойти, но так парни не родили. Вот не забуду то обидное их поражение на Дримхаке, когда все так надеялись, что Mortal Teamwork от них упадут. Кстати, MTW возвращаются. Вот мне интересно, кого они будут набирать в организацию. Так, Aces. Ну, явно это не команда Aces, я не про это. Я просто хотел понять, что они делают, и акцентировал на них внимание. Так, Смитс. Вот первый девайс, и посмотрите. Решили сыграть гибко на улице. В итоге это закончилось вообще двумя безответными. Для французов, в пользу французов. И Aces, в общем-то, сейчас выглядят легкой добычей. Ну, без флешек, без дымов, и Тихон остается один в живых. Короче, сделаю ставку на первую половину в 15 раундов для Титанов. Да, и еще вот про первый пистолетный раунд. Какие мысли же вас, наверное, тоже посещали? Мне кажется, что и вам, наверное, тоже так уже начинает казаться, что все-таки внутриигровой авторитет команды Титанс вообще неоспорим. Это топовая команда, которая просто не вышла с группы при скользком групповом этапе и сложной группе в Катовице. Напомню, что команда уступила Hellraisers в очень напряженном матче. Но тем не менее, они не развалились, ничего, но расстроены были очень сильно. Едва не рыдали. Ну, Скрим точно был расстроен. Мы это видели в видео. Так, ну что, 6 CZ-шки, 2 CZ-шки и по 250 попытки выхода на. Ну вот, когда через пень-колоду, тогда у русской команды получается заходить, сносить апленд, не давая при этом себя вообще в обиду, но несмотря ни на что, размен на 3 в 3, ошибается Мо в пленте, экзистенс кроет с девятки, бомба вниз не ушла, и Мо, торнадо, вернее, остается с ней последней. И вот его роль была какая, я так и не понял. Либо выйти вниз, либо бомбу поставить на улице, только если. Но он не теряет иллюзий. Опс, увидел то, что маяк его мог тоже заметить. Но Existence смотрел сейчас немножко в другую сторону, поэтому... Ну, тут, по-моему, торнадо Да, Лови хочет поймать в пиксель, видно, что хочет поймать в пиксель. Провал! Нет, убил! Но подскользнулся. Вот автодиректор показывал Смитс, и, видимо, оно так все и должно было закончиться. 4-0. Ну как сейчас провалил Existence девятку, я не знаю. Торнадо просто как воин какой-то из племени, из индейского просто. Человек-диверсия. Устроил бедолаги с красивой прической и нереальную мрапупу на девятке. Ладно. Смитс не берет АВП. АВП вообще нет у французов в стейке, и его заменитель... Это, конечно же, великолепный SCAR-20, Carbon Fiber, с которого Смитс будет... Вот посмотрите, Смитса явно сейчас дразнят. И это я не знаю, как описать. Все, ребят, по швам. У меня болят скулы от сегодняшних улыбок в Counter-Strike. Вроде бы соревновательный эфир. Все должно быть серьезно и профессионально, но когда ты видишь вот такие позитивные вещи, тебе хочется смеяться. Ты видел, что было? У нас тут, ребят, у нас КС-отдел. КС-отдел ушел сейчас пересмеивать всех зрителей Петросяна.
Ну и с одной потерей в лице Натана Смита Титаны берут этот раунд. Эйсос, надо тренироваться и еще раз тренироваться. Надо уровень свой поднимать, играть против Америка. Вот девушки, вот, которые пишут вот так в чат, они всегда... Вот все девушки всегда хотят всем сказать, что надо что-то поднимать. Эх, ладно. 5-0. 5 раундов разница. Я верю в Эйсос. Не знаю, до конца. Это последний матч вечера. И вообще не хочется, чтобы вот так вот он заканчивался для них. Хоть один целесообразный, продуманный раунд мы должны увидеть. Хотя после пистолетки я уже начинаю просто бояться, что... вот я уверен, что Aces по-любому в этом раунде, в этом матче могут сделать так. Убить Аплэн, сделать минус 3 и пойти в пятером на Б и умереть там все вместе. Так, ну что, миновали Скар? В принципе, все уже нормально. Осталось только миновать господина Папилона в длинном, который здесь уже, ну, дымовая завеса ждет на голову. Раскидка гранат. Aces в тупике. Все прочекано. Шокс. Шокс. Ну, два девайса. Ну, куда ж по одному против одной позиции. Аэро Литл, тем не менее, дают минусы. Аэро убивает очень... Ну, вот стратегически важный минус от аэродинамика был. Он убил Аплэнт, но почему-то идет к своим тиммейтам на перекрестный огонь. Титаны в этот момент понимают, что укрепление Б делать бессмысленно, но вот их как бы подловили. НБК отдал маяк, и проблема явно у... Ой, НБК красиво играет. Но открывается в три девайса. Все, остается Смитс. Вот тут уже ряд правильных действий от команды Aces. Ура. Ура, вот бравый раунд. Слава богу, что аэродинамик все-таки убила, и парни перетянулись и не стали продолжать свое эпопейное прохождение вниз, потому что там бы два тела разобрались с ними на ура. Смитс под флеш. Смитса ловит, взрывает Тихона. Плетка, Литл, минус 5-1, 4 раунда разницы. С почином можно поздравить команду Aces. Но эти парни, кстати, браво играли в матче с Непами, так что мы не можем здесь их критиковать. Карта нюк для Aces действительно удобная. Хотя для французов, мне кажется, она намного удобней. Продолжаем смотреть. Из этой встречи. Седьмой раунд. Важный момент для команды Aces. Так, ну вот глядя на Смитса. Нет, все, Смитс четко сыграл. Четко сыграл, прождал, дал инфу, понял, что не проходит. И сейчас они вдвоем в суппорте на 2-2 пытаются забирать. Красный ящик, проигрывается перестрелка с мейном. Надо брить мейн в любом случае. Экзистенс ходит под окна, французы перестраиваются под закрытый деф. Ну вот такое ощущение, что если хотят закинуть наживку во французскую команду, те в свою очередь просто не понимают. Те в свою очередь просто, ну, сначала не понимают этого, потом начинают это догонять, делают свои первые фраги и сразу перестраиваются под более пассивную игру. Ну, плохо все пока что. Aces, все, что можно сказать. Французы, конечно, контрят жестко. Так, Аэра падает. Привет, сладкий! Как пропустили? Как не слышал? Непонятно. Шокс думал, что это его тиммейт. Ну все, окна начинают биться. Бомба перестраивается. И французы сейчас не понимают, что происходит. Аэродинамику нужно либо делать второй минус, либо пытаться занять улицу как-то. Торнадо будет выходить с будки. На пленте, в точке, но подарили бомбу, все. Ну, надо было организовать этот выход, но, к сожалению, вот заполучив тактическое преимущество, выйти из этого крутого пике что-то не смогли ребята из Aces. 5 раундов разницы, Титаны впереди. 6 очков за ними. Смитс по-прежнему на плетке. Ну, давайте посмотрим, будет ли его Литл повторно пытаться развлекать, как в одном из раундов. Или нет. Так, ножи в кармане. Так, главное на этой волне не отпустить. Ну, вот я так и знал. Ну, давай второй раз прыгни. И сразу труп. Бедный Литл. Между прочим, вот в этом раунде надо было смотреть, конечно же, за Мо. Опа! Опа-опа! Так, зачморили Смитса. В прямом смысле этого слова. Парень уже повелся на красного игрока на улице и, будучи настолько, ну, будучи самоуверенным, просто вышел сейчас на засаду. Тем не менее, Aces все равно по улице вряд ли не пройдут. Минус Мо. Литл проскочил. Разваливает Торнадо. Бомба, 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 бомба. Нет, на руках. Где она? Бомба на улицу упала. Все. Ну, тут уже вот
Эх. 44 секунды. Аэродинамика зачекали. Ну, с мейна есть хороший контроль. Попытка убить в голову скрима, конечно же, безуспешная. И Литл ждет. Литл ждет. Я не знаю, что он ждет, если честно. Никто не знает, что ждет Литл. Он просто один взял и побежал в нижний плент, когда бомба осталась на улице. Его тиммейт был в нуле. Ну, может зайти под маяк. Тут даже французы не понимают сейчас, где последний игрок. То ли он на респе АФК, то ли еще что-то произошло. Ну и, конечно же, Анатолий решил, что пора порадовать маяк своей вылазкой. 6 раундов разницы. В общем, знаете, сегодня очень много сторонних матчей на самом-то деле мы видели. И вот, опять же, повторюсь по счетам, друзья. 9 раундов Alternate взяли у НИП, и НИП были просто более чем... Ну, более чем издевались в первой половине над своими оппонентами. Na'Vi издевались над командой Aces тоже как могли, но фармганов не было. Ну и Na'Vi сегодня уступили команде NiP со счетом 11-16, но это результат плодотворной работы во второй половине. 11 раундов. Так, размены на плынке, хороший выход, надо было цепляться, но проиграли маяку. Хотя за счет Little Mo удалось все-таки более-менее выровнять ситуацию. 2 в 2. Засчитает ли Шокс? Нет, Шокс не считает, остается Смитс. Его забрасывают гранатами. Хочет сделать change девайса, но, походу, придется драться парню с плеткой. И уходит. Просто уходит. Бомба снизу. Смитс. Воу. Понял. Понял, что это там. Второй игрок падает в вентиль. Так, ну это надо брать. Это надо брать по-любому. Есть развод. Да, и был развод. Огонь сейчас. Все правильно сделали. Aces поняли, что Смитс пойдет в упор. Пушит 7-2. Девайс, главное, не дали зацепить. И саплента ушли вовремя. Так, ну вот Aces либо такими красивыми штуками берут. Но сказать, что они чувствуют игру французской команды, да? Нет, стрельбу они по-любому чувствуют на своей шкуре на все 100. Вот то, что они понимают действительно все-таки, насколько французы хорошо все читают и в каких местах играют на лолах. Это вряд ли. Пока это вряд ли. Но, знаете, чем дальше, тем хуже, поэтому все может быть. Так, отдает французская команда сейчас преимущество на рампах атаки, но атака не играет туда, играет на улице, там будет поздний выход. И посмотрим, как попытаются пройти аутсайд игроки команды Aces. Смитс. Так, ну вот очень много флешек на было сейчас выброшено, и Смитс просто в самую гущу событий попал. И посмотрите, в чем соль. И это скрим убил? А... Вот это да, вот это да. Но тут пока до инсайда дадут, французы уже будут и на Б, и на А, и вообще забудут про бомбу, и где она лежит, она им не нужна. 2 в 2 размен, шок с крыша. Один игрок идет на маяк, Тихон в мейне, скрим ждет падения Тихона. И походу оно будет, нет, не будет. О, господи. Ну и все, Мо будет с нуля последний забирать. У него еще и плетка в руках. Ну, плетка может спасти жизнь. Вот сейчас этого вряд ли ждет Шокси, который играет от инсайда. Но его позиция, посмотрите, какая. Очень тяжело зачекать эту точку. А бомба легла просто жир. Вот я бы так весь раунд сидел. В принципе, Шокс весь раунд так и отсидел. И все. И вот ты вроде сменил девайс, забрал бомбу, а куда тебе бежать, ты не знаешь. Шокс убирает 50% вражеской команды. Нет. Показывает уверенную игру в 50%. Короче, 8-2, я не знаю, надо где-то 2 раунда Aces попытаться раздобыть. Мы их видели в матче против NiP в защите, и они были действительно серьезно настроены. Матч с Титанами должны быть не менее серьезно настроены, тем более играют одну из сильных карт Титанов. Aces, Aces. Фигово, конечно, то, что со стендином. Очень фигово, но просто пинг, конечно, 130. Это я вам скажу, что 130 это еще матч начался. А когда вармап бегают, все бегают бот, и вот это все мясо происходит на карте, у Мо пинг был 170, когда он зашел на сервер. Так что чем дальше, тем страшнее. Ну что, Aces на этом эко, по-моему, планирует высадку на рампы. Там линейный прием, нет перекрестного огня. Аэро минус скрин. Смотрим на экзистенса. Ну вот тут надо брать, ну вот тут нужно, чтобы первый выходил. Плохая моменталка, но Existence готов свою, в принципе, бросить тоже. Ну, знает его позиции. Уверен, играет Existence и забирает, в принципе, последних игроков нападения, оставшихся на рампах. Нет реализации Галила, нет ничего. Статистика Торнадо 3-11, Мо 3-10, Тихон 7-10, 5-10, Лит, Лайра 8-9, вот не умер. Молодец. Статистика Титанов в представлении не нуждается. Вот Берлин Тому не дают играть, но это...
лишь вопрос времени. NBK тоже не радует сочными фрагами, но это лишь вопрос времени. Ну и пока что вот Smiths, Existence, Shocks приняли, в принципе, принимали свои позиции, по-моему, на ура. Smiths, кстати, проигрывал парочку, так что все такое. Так, фаст раунд на аплент в исполнении команды Aces. На этот раз с разменами 3-3. Есть контроль мейна, успевает похватиться на Smiths. А вот Existence уже нырнул в точку и ловит плент. Убивает, бомба ставится снизу. Little на P250. Что же ты будешь делать? Вот сейчас самая главная задача — как-то найти девайсы. Титаны дают десант в трубы вдвоем. Так, Литл уже их обошел. Но если он сейчас вылезет, заберет девайс, спустится и убьет, это будет эпично. Так, забирает первого. Но NBK должен дефузить. Не стал дефузить NBK, пытается его ловить. О, господи! Неужели Литл возьмет этот раунд? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, молодец, Литл! Как сыграл! Я испугался, что у него девайса нет и закроют, но они даже не поняли то, что Литл отошел в длинный, прибежал на каналки и не спрятался в коротком. Но они этого не знали, да. Но вот команде такого уровня, как Титан, следовало одному выжидать в каналках, а второй должен был идти в длинный, чтобы хотя бы две позиции зачекать. А так они просто нырнули в бездну и не знали даже, куда смотреть. 9-3. Тем не менее, 9-3. У французов есть, в принципе, выигрышный минимум. Лузового минимума нету Aces, и нужно... Не знаю, кровь из носа, сопли пузырем, но два где-то надо искать и третий пытаться брать изо всех сил. Тогда вторая половина обещает быть интересной как минимум, а на ночь глядя это полезно. Но вот антитимплейный выход без флешек на рампу сейчас... Четвертый раунд потихоньку команда Aces в мечтах. Так, Existence. Ну, не надо так играть, да. Existence боится то, что улица, ничего не пропускает. Падает помо. Но пока казах с пингом 120 почти перестрелял французского капитана... Ну, Aces просто ждут. Хотят аркады от французов. Ну, Титан, естественно, не аркадят. Укрепляют закрытый за это время и готовы принимать... Вот решит все стрельба. Торнадо, великолепный хэкшот. Против NBK убирают еще и Смитса. Все, упор не сыграл. Упор у французов не сыграл. 4 в 3. Смотрим на Папилона. Сможет ли Шокс это сделать? Спокойно забирает длинный. Скрим минусует Тихон. Попытка убить план заканчивается. Фиаско для... Шокси, но он понимает то, что один игрок на пленте. Приходит хелпа, и тут просто всей бандой бреет. Вся надежда на Литла. Но и тут с перекрестным огнем французской команды не поспоришь. Выбивание. И вот тимплейная игра от Existence. Вообще перекрестный огонь от Existence приходит вовремя, и Литл ничего уже не смог сделать. Ну, убивал бы он Шокси или Existence, неважно. Убил бы он только одного, второй бы его закрыл. 10-3. P250 в руки. Проиграли очень важный раунд. Aces, и у них нет денег. Экономика, ну, говорит сама за себя. 11-4 тоже счет, но... Ну, конечно, 10-5 или 9-6 было бы лучше. Для тузов. Ох, ProSeria! ProSeria просто сейчас улыбается и намекает, как бы. Напомню вам, что команда Aces — это, на самом деле, выходцы с Pro в прошлом. Некоторые игроки выступали за The Nation в начале развития CSGO-сцены. Smiths. Сейчас плотно раздали Aces, конечно. Нашумели на, ушли, сломали рамп. Но вот попытка зачекать спину и сразу фиаско. Минус девайс. Убирают эра. Торнадо попытается загнать скрима, но, по-моему, скрим... Ну, скриму мало. И посмотрите, последняя пуля как залетает жестко просто. Тихона. Нереально. Из ниоткуда просто прилетает. Он еще на реладе. Он только после начала релада понял, что попал. 11-3. Надежда есть на четвертый. 11-4 тоже счет. Тоже рабочий, почему бы и нет. Ну, вообще без комментариев этот раунд сейчас. Ну, вы видите, что тут просто, ну, тупо отымели, я не знаю, как еще это назвать. Aces взяли и не взяли. Свои 4. Что дальше делать, я не знаю. Эти парни будут, но 3 в первой половине мало. Вот, может, Литл здесь повезет, конечно, но тут надо лепрекона, наверное, раздавить или сожрать, чтобы столько везения было. Ох, как на спрей NBK зашел. Ну, 12-3 первая половина. Не самый лучший счет, конечно, для команды Aces в этом матче. Но что поделать? Что поделать? Такие вот... Такие вот куражи, круче-верчи, пироги.
последний ночной матч может закончиться очень-очень печально для Aces. Как бы этот матч вообще для них не стал последним. Ну что ж, вторая половина. Давайте смотреть расстановку сил защиты. И видно сразу. Так, Аэра плюс Мо улица. Аэра играет на мейн, Мо улица. Ну все правильно. Парень с пингом 120 лучше не бежать в упор. Торнадо пушит будку. Но в этот момент был очень интересный расклад. Аэра получил на минус 60. Но тем не менее отыграл свою позицию. Титанов, в принципе, сейчас нормально просанули. Как видим, Aces имеет шансы на этот раунд. Пистолетка будет закрыта, если сейчас не дадут разыграть звену на рампах. А звено осталось, в принципе, сильное. Литл. Великолепно. Смотрим на экзистенса. Все, 3 хп. 3 хп экзистенса. Аэра забирает пуш-развод от Шокса. И счет становится 12-4. Aces берут первый пистолетный раунд. Но французская команда понимает, что это всего лишь один. Один из тех самых... из той самой кучи раундов, которые нужно было брать. Посмотрите, французы берут раскидку. Два комплекта, при том, что будет две волны флешек, два дыма и вторые арморы двух игроков. Экзистенс будет кидать. Смотрим. Смотрим быстренько за экзистенсом. Да, это будет бескомпромиссный выход на апленд с дымом, флешками и раскидкой в два шага. Наглый глаз игра от Смитса. И снова он, посмотрите, ну вот нашел на кого выйти. Напугал Тихона. Литл играет на ожидание своего ВП. Вообще всего в арсенале три нормальных девайса. Даже два. Нет, три. Два. Два все-таки. Фамас и Кольт. П90 это не варик. Моменталка какая была. Торнадо уходит. Уже не будет приема в упоре. Пытается собирать. Третья флешка. И беднягу закрывают. И французы играют от своих флешек настолько уверенно, что слов нет. Литл с USP угрозы не представляет. И надежда вся сейчас в стане... Aces только на Тихона. Тихон же слышит то, что игроки с бомбой скорее. Да, все, бомба упала. Отрезающий Шокс. Все, забрали Шокса. 2 в 2. Есть шансы, но у Берлин Тома П90. Первый армор он БК плюс П250. Это катастрофический на самом деле стек в оружии. И преимущество ПХП. Садится на жопу Тихон. Все, его принимают. И Литл остается в очень тяжелой, трудной ситуации на подобранном бизоне. Ну, вот Литл должен был копить на ВП, но лучше бы что-то, конечно, купил. И не устраивает разрыв NBK в длинном. Жесть, 13-4. Это полет нормальный. Три раунда нужно Титанам, чтобы взять эту карту. 14-й для Титанов будет очень простым, если Aces не предпримут что-то сверхэффективное, сверхнеудобное. Но, судя по всему, знаете, вот команда Aces играет реально как-то вслепую, я бы сказал, с топом. У них есть, на самом деле, уникальный шанс изучать матч топовых команд на разных картах и просто как-то пытаться что-то под них готовить, потому что играют они только один StarLadder. Это, несомненно, бы им помогло. Ну вот там либо отсутствие мотивации, либо отсутствие времени, я не знаю, но 14-4 против Титанов говорят сами за себя. Друзья, впереди еще и матчи команды HellRaisers, поэтому будем очень долго ждать. Не, не очень долго ждать. Завтра вроде уже они играют, если я не ошибаюсь. Хотя можно посмотреть. Вообще расписание на завтра уже было вроде бы как сформировано. Там еще будет подтверждение сегодня последнее. Как я понимаю. Да, завтра у Na'Vi драка с Fnatic, УВП с LDLC, Маус Майам и Атак с Мистик. Ну, короче, заруба. Не из легких. Мо, минус скрим. NBK сбирает торнадо и остается 3 в 4 аэро минус NBK. Он сейчас нормально французов подпринимают. Мо, 160. Ну, пинг 160, скаут работает на ура. Тем не менее, экзистенс оставляет за собой надежду. И надежду своей команды. Что сможет что-то здесь сделать. Проиграет ли он перестрелку? Маяку, я не знаю. Его поджимают в спину, и он играет неуверенно против... Вот не понял такой, я не понял, как ты там оказался. И все-таки пойдет давить халявный фраг. И тут уже два халявных фрага для него. Но, тем не менее, аэро падает и забирает его. 14-5. Так, вот нужно посмотреть, кого не хватает. Флая, да, Флая не хватает. Сейчас Aces. Поэтому играют со стендином. Почему Флая нету, я не знаю. На матче с Na'Vi он был, в принципе. Сейчас почему решил отказаться от матча, я не знаю. Но, скорее всего, на это были какие-то объективные причины.
Прикол еще какой есть, вот в том, что если вы помните матч, когда Fly Банда играли с Непами, то вы явно понимаете, что Fly делал примерно где-то 70%, ну не 70, 60% ультрауверенных фрагов. Вот это на улице сейчас задискотечили беднягу Мо, но тот сыграл инициативу, проявил ее, и улица, в принципе, за титанами. Осталось только грамотно сыграть против Маяка, где Литл, который просто ожидает сейчас пришествия хоть одного игрока атаки. Смотрим, заметит ли Шокса. Ой-ой-ой-ой-ой, Шокс увидел голову Литла, спокойно расправляется с ним под Маяком. И ситуация снова меняется. Теперь уже 3 в 3. Тихон поджимает до радио, подлавливает Смита, но бомба проходит улицу, и позиция Экзистенса оставляет надежду на халявный фраг. Аэродинамик даже не знает о том, что здесь есть Экзистенс. И Экзистенс, дав твердую команду Шоксу подойти ко мне, остается 1 в 3. Ну, понятно, сейчас просто Прейер уходит и ждет эту бомбу. Экзистенс удивляет его своим присутствием в длинном, и 1 в 2. Ну, тут надо манцевать этого бомб-кэрри. Понимают, сейчас это Aces, но Экзистенс не хочет. Экзистенс хочет драки, забирает одного, остается 1 на 1. Торнадо. Ставится бомба. Торнадо не знает, где. Он думает, что это развод. Бомба ставится. Экзистенс пытается отойти от дыма. Торнадо 100 хп. Экзистенс красный. И должен был ошибиться сейчас француз. Да, ошибается. Отходит слишком далеко от дыма. Нет. Нет удобной позиции. Торнадо стоило только немного подождать. Слава богу, не стал нервничать. Смотреть налево-направо. Экзистенс попытался, а Aces взяли. Есть шансы добраться до 10 очков этой встречи у тузов. За вечер должны были ребята разыграться. Уж как минимум. Обидно, конечно, что без Флая. Но именно Флай, вот насколько я помню, выделялся стрельбой против команды НИП. Он их там тоже не ощущал, как и они не чувствовали, в принципе, в первой половине, начиная за деф. Тем не менее, это не мешает играть Мо так же эффективно, как и Флай. Ну, не менее эффективно, спешу отметить. Я думаю, если в Казахстане будет нормальный интернет, то у нас будет, наверное, очень-очень много команд с Казахстана на аматорке. Я прям это просто предвижу. Так, ну что, раскидка плента от французов, при том, что поздняя, пытаются выйти. Антифлэш позиция от Aces, все четко, торнадо. Ну, не должен здесь он пропускать, но тем не менее, минус 3 на минус 2, и 3 в 2 остаются французы в численном преимуществе. Аэродинамика там добили вообще непонятно как. А как будет действовать Литл? Я не знаю, ему надо залезть в 9, его тиммейт должен прикрывать, чтобы он что-то сделал. Бомба снизу. И два игрока с девятки, это, конечно, сильно. Тихон дает дым в будку. Ну, хоть бы ящик под давлением держал. Ну, что ж ты творишь? Вылезает АВП, фрифраг просто. Тихон не делает своей работы. Анти-тимплей демонстрирует Aces. 15-6. Сходу титаны на пистиках раскидали. А вышли, убрали. И все было в руках тузов. Вот кто бы что ни говорил, но финальный результат действительно... И вся ответственность на нем полностью за команда Aces. Своих болельщиков они явно чутка подвели, но так как эта команда молодая, мы это с вами понимаем, нам придираться смысла не имеет никакого ни к ним, ни к их оппонентам. Обе команды в любом случае. Да вообще все команды сегодняшнего дня показали очень хороший, четкий результат. Кстати, завтра вас ожидает новый выпуск Play Like a Pro. Будьте готовы, Страйк порадует вас вместе с Антохой. Ну а мы наблюдаем тут уже последние фраги. Такой быдло-пуш в исполнении Aces. Просто взяли, закидали, зашли, убили. А, девайсы выбили, все классно. Но титаны поверить не могут, что до этого вообще дошло. Смотрим на торнадо. Тихон раскидывает аплент. Бомбы уже внизу, эти аплент раскидывают там. Тут уже Экзистенс раунд забрал последний. И такие, опа, привет, торнадо. Все, Тихон последний, но это ГГ. Это ГГ, и можно сказать точно, что команда Aces сегодня явно была не в духе. Явно не хватает очень многих аспектов. Ну и 6-16, это сурово. Разрыв 10 раундов. У меня нет слов. Результаты сегодняшних матчей перед вами на экранах. Шокси получает ящик операции Феникс, кстати, после этой встречи. Чекну твиттер. Газ стей де ум видео. Так, это подписались на меня. Так, сейчас тут два папочки будут попаганы. Ну, в общем-то, что-то в твиттере сегодня густо не писали, но на самом деле писали. Так, друзья, ну что ж, результаты матчей перед вами на экранах. Вы сами прекрасно видите, кто с каким счетом сегодня сыграл. Вот из матчей стоит, конечно, отметить встречу Na'Vi-NiP. Вот явно Na'Vi были готовы с ними играть, но начинали против одной команды, а на деле она оказалась совсем другой. NiP показали просто простую польскую аркаду. Ну и, конечно же, этот матч
комментировал вместе со мной Тафа, за это ему отдельный респект. Он потихоньку, друзья, будет возвращаться, я постараюсь его реанимировать как можно скорее к КСу. Вообще, StarLadder тоже будет развиваться, будет очень много матчей сочных, интересных, и мы будем расти. И без Тафы этого делать не хочется. Но вы должны его просить, просто везде пишите «вернись в КС», а то я один тоже же не могу. Нужно, мне нужно просто, чтобы вы понимали, что когда комьюнити начнет давить, тогда мне не будет так тяжело, и все будет ок. Так, ладно. Так, я ждал этого давно, даже на Facebook писал им. Так, через несколько минут, когда играет HellRaisers. В общем, все, ребят, на сегодня все, матчи закончены. Мы увидимся с вами завтра на трансляции с LTV Star Series. В студии буду, скорее всего, я один, потому что у Strike намечается интересная заруба на выходных в плане Фрагбайтмастерса, который нужно комментировать весь, соответственно. Я, наверное, пропущу вот эту вот первую стадию плей-офф. Ну и завтра нас с вами ожидает... Так, среда. Предварительно, друзья, нас с вами ожидает завтра Мумашер, Virtus.pro LDLC, Маус против Майя, Матекс Гоу против Клан Мистик. В четверг уже Фрагбайтмастерс, и с вами будет, соответственно, Страйк. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр, за внимание. Увидимся и играйте в CSGO.